И сейчас срочное сообщение от российского МИДа. В Афганистане при помощи нашей страны освобожден гражданин Украины, который длительное время находился в плену у незаконных вооруженных формирований. Вот какие подробности приводит официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. В результате активных усилий российских ведомств в тесном сотрудничестве с афганской стороной в Афганистане освобожден гражданин Украины Дмитрий Константинович Белый, находившийся длительное время в плену у незаконных вооруженных формирований. Российская сторона готова в любое удобное время передать Дмитрия Белого официальным представителям Министерства иностранных дел Украины в Афганистане. Мы рады, что в результате предпринятых действий нам удалось сохранить жизнь украинскому гражданину и вернуть ему свободу.